Сейчас у ГИБДД 8 видеофиксаторов. После сокращения штатов такие приборы особо помогают дисциплинировать водителей. А еще и пополняют республиканскую казну. Один фиксатор дает в квартал до 1 000 000 рублей. 8 – все 10, и это все административные штрафы. Как говорят инспекторы, хорошо окупается. Однако на этом радость заканчивается. С нынешнего года некому следить за автоматикой. Работа этих приборов подвисла. В связи с тем, что с федерального бюджета их передали в республику, МВД не может финансировать, потому что мы являемся федеральным ведомством с этого года. Значит, в республике нет организации, которая бы могла себе поставить на баланс эти приборы и осуществлять финансирование их работы. Терять такую систему нельзя, решили члены комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и предложили использовать выборные видеокамеры на дорогах. Однако тут же передумали. Качество изображения на них не позволит считать номер машины. Аппаратура приспособлена только для помещений. Дорожная комиссия тогда нашла другой вариант. Минтранс Хакасии возьмет на себя работу с видеофиксаторами и штрафами. Хотя как это будет на практике? Сложно сказать. По закону выписывать штрафы за нарушение правил движения может только ГИБДД. Старые архивные данные.